Розовая пирамида в Дахшуре. Розовая пирамида была построена к северу от Ломаной. Так ее назвали из-за оттенка строительного материала – известняка. Высота розовой пирамиды составила 105 метров. Ее основание находится ниже, чем у Ломаной, поэтому по высоте они практически одинаковы. Чтобы придать пирамиде правильную форму и сделать грани действительно гладкими, было решено использовать блоки со скошенными краями. С северного входа, пройдя по нисходящему туннелю, можно попасть на нижний уровень, где расположены две почти одинаковые камеры с высокими потолками, ориентированные с севера на юг и соединенные проходом. В южной стене второй камеры есть выход на лестницу, ведущую к последней камере, размещенной внутри кладки самой пирамиды и ориентированной с востока на запад. К востоку от розовой пирамиды расположен небольшой погребальный храм. Возможно, к нему была проложена дорога, но раскопки это пока не подтвердили. Конструкция оказалась прочной. Завершение строительства стало настоящей вехой в архитектуре. Наконец-то, преуспевший в строительстве собственной гробницы, Снофру мог рассчитывать на безоблачное посмертное существование.